К сожалению, минувшие жаркие выходные не прошли без трагедии на воде. Так, в районе деревни Лучежевичи житель этой деревни 1971 года рождения, значит, начал купаться на несанкционированном месте, выплыл на судоходный фарватер, заплыв за судоходные буи, выбился из сил, начал, значит, просить о помощи. Очевидцы, находящиеся на противоположном берегу, пытались оказать ему помощь, но не успели прийти вовремя на помощь, и данный гражданин утонул. Поиски закончились во вторник. Данный гражданин был найден вниз по течению в районе деревни Приньки. Значит, сейчас ведутся оперативно-следственные мероприятия по выяснению причин и обстоятельств данной гибели. Но это напоминает в очередной раз придерживаться основных правил безопасности. Не купаться в неустановленных местах, значит, во всевозможных технических карьерах, каналах, прудах непроверенных, потому что на таких водоемах вероятность получения травматизма и гибели на воде возрастает в разы.